Широкая бескрайняя степь, высокие бархатистые травы, пьянящие своими первозданными запахами, множество птиц и зверей. Небольшие стада диких коз спешат к водопою после жаркого дня. Все это – природа дикой степи. И первые поселенцы, которые основали Сергеевку, были очарованы безбрежными просторами Гулявых. Именно так в старину называли эти степи. Гулевое. Название возникло вследствие того, что после межевания в 1791 году эти земли некоторое время оставались незанятыми и незаселенными. Иными словами, земли гуляли. Речка, протекающая через будущее село, небольшая, но чистая и глубокая. В ней водилось много рыбы. Берега ее всегда были заросшими камышом и густыми, наклонившимися к воде вербами. Поэтому неудивительно, что здесь рождалось множество сказаний и легенд. В одной из легенд на берегу речки жила вдова кузнеца, и звали ее Старая Ковалиха. Недалеко от нее от верб поселился отставной казак со товарищами Лабза. А западнее, где река Ковалиха делает свои повороты, изгибы и водяные всякие торосы, поселился беглый переселенец Кишкань. Но по совету Старой Ковалихи он переселился ближе к ним. И тогда этот район стал называться Гетьманщиной. Гетьманщина или войско Запорожское. Украинская казацкая держава на территории Наднепрянщины, Северщины, Полесья и Восточного Подолья. Образование Гетьманщины обязано национально-освободительной войне украинского народа против Речи Посполитой под руководством Богдана Хмельницкого. По государственному устройству Гетьманщина представляла собой республику. Это значит, что все органы власти, начиная от гетмана и заканчивая самыми низшими, были выборными. Очень часто Гетьманщину называют Казацкой Демократической Республикой. Первое документальное упоминание о Сергеевке относится к 24 мая 1804 года. В документах главного выкупного управления деревня Сергеевка упоминается как владение казенного ведомства. В начале 19 века Сергеевка значилась как деревня поселян на казенной земле, ведомство малороссийских поселян, казаков и экономических крестьян. Население села пополнялось за счет беглых крестьян из Калужской и Смоленской губерний. Со временем это поселение выросло в улицу вдоль реки. После войны 1812 года сюда начали переселяться русские крепостные, и стал этот район зваться Россейкой. Земля им досталась плохая, каменистая, и огороды им наделили за селом в балке Матюшкиной, расположенной за 12 верст. Это современный хутор Соленый. Занимались они скотоводством, хлебопашеством, огородничеством, садоводством. Особенно славился промысел по камню. Слава о хороших каменотесах доходила далеко за пределы окрестных сел и хуторов. На карте генерального межевания Бахмутского уезда за 1830 год Сергеевка обозначена как деревня, а в епархиальных ведомостях за 1908 год записано. Церковь построена в 1815 году на средства прихожан во имя Святой Троицы. На одних картах село значится как казенное при речке Ковалихе. Список населенных мест по сведениям 1859 года, страница 50. А по другим село расположено на речке Городецкой, которая является левым притоком речки Бык. Материалы для географии и статистики России 1862 года, страница 40. Можно предположить, что село основано в конце 18 столетия и позже, чем его соседи – села Гришино, Криворожье, Гродовка, Селидовка и другие. Первые поселенцы села, российские крестьяне и украинские казаки, вели горячие споры, как назвать село. Казаки настаивали на названии Троицкое. Согласно легенде, на этот большой праздник один из жителей по неосторожности травмировал палец, и люди увидели в этом знак Божий. Ведь работать на церковные праздники считалось грехом. Крестьяне же отстаивали название Сергеевка в честь преподобного Сергия Радонежского. Сошлись на том, что церковь назвали Свято-Троицкой, а само село – Сергеевкой. Когда-то на этом месте в селе Сергеевка была построена церковь в 1815 году на средства прихожан. Община села Сергеевки выделила под строительство храма 120 десятин земли. Церковь была каменная, с одним престолом во имя Святой Троицы Холодной. Первый священник получал жалование 108 рублей,
а первый псаломщик – 40 рублей. Священниками в 1916 году в Сергиевской церкви были отец Крещановский и Медрин. При церкви действовало церковно-приходское попечительство и церковно-приходская школа, в которой занималось 115 мальчиков и 35 девочек. Церковно-приходские школы – это начальные школы при церквях. Они подчинялись ведомству православного исповедания. Церковно-приходские школы начинают открываться в 1804 году. Обучением в этих школах занимались священники, диаконы и учителя. Церковная приходская школа не давала высокого заработка учителям, не давала также гарантий, пенсии и социального обеспечения. Поэтому говорить о высоком качестве образования не приходится. Однако, если учесть, что в Екатеринославской губернии на 1897 год 26% были грамотными, то церковно-приходские школы предоставляли населению первоначальное образование, которое давало возможность выполнять хозяйственные функции. В 1926 году в селе Сергеевке церковь была отремонтирована. Вот. За этим событием следило все село. Дело в том, что на церкви устанавливали шестипудовый крест. Вот. На низу верхолазов ждало все село с подарками, с сувенирами. Их приветствовали, повязывали рушниками. В общем, это было знаменательное событие для жителей села. И буквально через два года по-варварски эту церковь разрушили. Ее три раза закладывали взрывчатое вещество, чтобы взорвать ее. И только с третьего раза взорвали. Остался один фундамент, который впоследствии жители села его разобрали на хозяйственные нужды. После революционных событий 1863 года в село переселили 36 польских семей. Им выделили землю и приказали строить дома огородами на подъем, где заранее была пропахана борозда. Поэтому дома и приобрели определенную стройную линию. Как пример, современная улица Победы. В 1865 году в Сергиевку казаки признали 36 польских семей. А до их прибытия в село прибыл землемер и нарезал на окраине села борозну. Когда прибыли поляки, прибыл снова землемер, нарезал параллельную борозну и приказал полякам селиться огородами на бугор. Поначалу поляки жили замкнуто, только общались между собой, женились, детей крестили, но постепенно они ассимилировались. Так как они были католиками, у нас была православная церковь, они ходили по большим праздникам и по выходным на станцию Грышину, там была костел, может, какая-то капличка. А некоторые из них даже добирались до Екатеринослава. В этот период в селе развивается интенсивно промышленность. Появляются промтоварные лавки, питейные заведения. В основном владельцами их были евреи. Интенсивное заселение села привело к появлению крупных собственников земли. Это Цибулько, Рачок, Выскребец. В 1902 году была открыта двухклассная земская школа. Волостным центром село Сергеевка стало к 1908 году. 1048 дворов с населением 7629 человек. Тогда у общины во владении было 12 369,5 десятин земли. Источник. Список населенных мест Бахмутского уезда, 1911 год, страница 28-29. А до этого времени община входила в состав Гришинской волости. В начале 1905 года в обычной сельской хате земство открыло медпункт. Революционные события коснулись и Сергеевки. Гражданская война и раскол общества откинули Россию на сотню лет назад. Много трудностей испытали жители Сергеевки и в годы оккупации войсками Деникина и Врангеля. Революция и гражданская война в Украине. 1917-1921 год. Период завершился установлением советской власти и образованием Украинской ССР на большей части территории современной Украины, кроме Западной Украины, которая была разделена между Польшей, Чехословакией и Румынией. А после победы Красной Армии начинается строительство нового общества.
До 1941 года в Сергеевке было 4 школы, клуб, дом-читальня. В годы Второй мировой войны здесь построили 3 лагеря для военнопленных. В годы Второй мировой войны в Сергеевке был лагерь для советских военнопленных. Именно они строили шоссейную дорогу на Днепропетровск. Материалом служил камень, который добывали, разбирая заборы и постройки местных жителей. Страшные годы войны закончились. В каждую семью пришел долгожданный мир. И началось восстановление хозяйства и мирное строительство. Прошли страшные годы войны, принесшие в каждую семью горе и страдания. И вот наступил долгожданный мир. Началось массовое строительство, и уже в конце 60-х годов в Сергеевке было 4 детских садика, столовая, больница на 25 коек, средняя школа, 168 новых домов. В 2007 году при содействии Украинского фонда социальных инвестиций в селе проведен новый водопровод. Одно из зданий переоборудовано в церковь Свято-Троицкой общины. В современном селе Сергеевка сейчас проживает 1589 жителей. Функционирует амбулатория, работает учебно-воспитательный комплекс, в котором расположилась школа, где учатся 90 учеников и детский садик, в котором воспитывается 30 детей. Есть в селе клуб, библиотека, почта. На территории села работают 5 пчеловодческих и 13 фермерских хозяйств, занимающихся выращиванием сельхозкультур. 1 сентября 2010 года в центре села установили камень и памятный знак, на месте которого селяне хотят построить новую церковь. Современное село Сергеевка здорово изменилось за это время. Вот было время, когда камни разбрасывались, а теперь пришло время камни эти собирать. Увы, очень много изменилось за это время. Многих людей уже нет в живых, но человеческая память помнит об этих людях, об этих событиях, вот, об этих фактах, и должна передаваться из поколения в поколение.